бабушка рассказывала мне сказки, и в них всегда было про счастье и о том, как его ищут. Оно есть счастье. Далеко до основной базы. Верст 13, если по прямой. Дотянете? Обязан. И вернуться потом, товарищей схоронить. По-людски, чтобы. Обожди! К ночи выходить будем. О чем же в газетах пропечатаете, товарищ корреспондент? Как немцы нас, партизанскую разведку, в кашу размазали, да? Деревья, ветер взбесился.
Я видел надпись. Таня. Кто эта женщина? Не женщина, девочка. Дитя почти. Говорят, она сожгла несколько изб, занятых фашистами. Потом попалась. Ночью ее жутко пытали, а утром повесили. Но и с петлей на шее не сдалась она. Говорят. Говорят, в лесу живут люди с пёсьими головами. Не верите, стало быть? Да месяц назад проходили мы какой-то деревушкой. Ночь тихая была, черная, омут. А я слышу звук какой-то, как будто лодка на привязи. И тут луна вышла. И увидел я ее. Кого? Девочку эту. Немцы запретили ее снимать с виселицы. Тело крутилось. Как замороженный кусок мяса. Напишите об этой девочке, товарищ корреспондент. Напишите о ней. Делай, что хочешь, материал должен быть сегодня у меня. Сегодня же! Как сам? Оклемаюсь. То, что нас не убивает. Делает нас сильнее. Не тех авторов цитируешь. Вот что я тебе скажу. Партия. Партия делает нас сильнее. А что касается этой девушки... Ее звали Таня. Таня. Где ее казнили? Петрищева, деревенька под Москвой. Уверен? Вот видишь. Ты для какой газеты пишешь? Для правды. Вот и выдай мне правду. Правду жизни такую, чтобы за душу брала, чтобы жар бросала. А эти свои партизанские байки брось. Послушай. Это ты послушай, военкор Лидов. Газета наш с тобой фронт. Статьи, снаряды, и мы не имеем права стрелять вхолостую. Этой ночи на ряде участков фронта наши войска, ведя упорные бои с противником, продвинулись вперед и заняли несколько населенных пунктов, в которых были обнаружены чудовищные злодеяния немецко-фашистских мерзавцев. На окраине деревни Высокого русского района Московской области были найдены 14 трупов мирных жителей. После долгих истязаний они были выведены на окраину деревни и расстреляны из пулеметов. 3 недели трупы невинно замученных граждан оставались в снегу. Фашисты не разрешали хоронить убитых. Жители ныне освобожденного от немцев села Большие Рязищи Ленинградской области рассказывают, что немецкий отряд, отступая из села под ударами наших частей,
расстрелял 15 детей, мальчиков и девочек, в возрасте 13-14 лет. Вы промахнулись, господин полковник. Разве? Thank you.
товарищи, не стойте, не смотрите. Помогайте воевать Красной Армии, а за мою смерть отомстят. Мне не страшно умирать. Это счастье, умереть за свой народ. Здоров были, ребятня! Ты знаешь о Тане? Будет так. Ближайшее село Петрищево. В нем, по данным разведки, немецкий штаб, узел связи, казармы 10-й роты. Заходим с трех сторон. После выполнения встречаемся тут. Не, надо уходить. К нашим. Нас было 10, осталось сколько? Приказ остался. Сжечь 10 населенных пунктов. Время исполнения 6 дней. И приказы не обсуждаются, Клубков. Да то, что давно хотел. Ты же все знаешь. На твои чувства нет времени. А на что есть? На смерть? Помнишь, они говорили, что 2/3 из нас погибнет. Они солгали. Мы все сдохнем. Слышишь, все! Часовой, паря, прихватил девку-то. В моей избе у немцев узел связи обустроен был. Вот потому часовой и шастал. Ха.
А как повесили ее, вот они куражились-то. Глаза выдрали, ножами тыкали в мертвую, грудь отрезали, мочились на нее. Звери! Бляха-муха. А что ж вы-то все сидели и молчали, по углам спрятались? На сознательность, значит, бьешь. А вы-то сами где обретались? Защитнички. Спрячь. Спрячь. Спрячь! Ребятенков-то забрали у меня. Мол, жить-то им негде. А как же это негде, а? Как подожгли вашу избу, помните? Мою не жгли. Она... Соседские избы спалила. В одну ночь пришла, в следующую вернулась. Да только поймали ее. Кого ее? Таню? Немцы ее схватили? Может, и знаю я. Да только все одно не скажу. Почему? Чужая она. И ты чужой. А мы здесь все свои. А мы здесь все свои. Что ж вы свои с чужой сделали? Благо. Отпустили душу ее в небеса, в кущи райские. Полетела. Не жалко? А чего ж жалеть-то? В царстве Божьем ни тоски, ни печали. А наших страданий тут не перечесть. Кто нас пожалеет-то? Уж не ты ли? Уходи.
он не просыпается, и я посплю. Петрищева. Месяц стояли немцы. 10-я рота 197-й дивизии вермахта под командованием полковника Рюдера. Ну ты и упрямый. Сукин сын, добавите? Не решил еще. В общем, я разговаривал с местными. В конце ноября диверсант поджег 3 дома. У них были немецкие казармы. На следующую ночь он вернулся, но... диверсантом оказалась девушка. Звали ее... Таня, разве это холостые снаряды? Положим так. У нас каждый день гибнут тысячи наших сограждан. Почему ты считаешь, что мы должны писать именно о ней? Потому что так никто не должен умирать. Да вот это не аргумент. Как раз наоборот. Если все, что ты говоришь, правда, именно так и должно умирать. За Родину, за Сталина. Ну, один шут. Не пойдет это. Почему? Да потому что в этой истории вопросов больше, чем ответов. Что если секретариат ЦК партии рассмотрит мой материал положительно? Тогда вопросы появятся к вам. Как вам такой аргумент? Сукин ты сын. Хорошо. Готовь очерк в печать. Заголовок. Таня. Thank you.
А вы умеете танцевать, лейтенант? Гайнц, вышвырни их отсюда. Всех. За великую Германию и фюрера. Хайль Гитлер. Шайсе! Кричи, 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 сука. Гайнц! Наши гости слишком жарко. Песни поют.
избу ты мою спалила. А немцы-то все целехоньки. А где ж мне теперь жить-то? Где ж детям-то моим притулиться? А? Паскуда ты, мразотная. Прости, но только если бы все заново, все равно бы сожгла. Ради твоих же детей. Но не поймешь ты меня. А я и понимать-то не хочу. И простить-то я тебя не прощу. Стой! Уходи, я тебе помогу. Хочу, чтобы ты умирала. Пожалуйста. Я не боюсь. Знаешь почему? Потому что есть ты. Ради кого мы сражаемся?
Тимофеевна, у нас есть вопросы, возможно, касаемые вашей дочери. Просьба позвонить по номеру В-2345. В-2345. Алло, алло. Любовь Тимофеевна. Алло. Пока ничего, кроме имени. Кто эта девочка? Откуда она? Фотография в газете не помогла ее опознать, хоть очерк и прочли миллионы. Мертвые выглядят иначе, чем живые. Но я хочу знать всю правду о Тане и рассказать другим. Я в ответе за память о ней перед людьми. Потаскуха. Убирайся нахрен, ублюдок. Негласный приказ. Солдат 10-й пехотной роты 197-й дивизии Вермахта, виновных в убийстве девушки, в плен не брать. У одного из таких немцев и были обнаружены фотографии казни. Страшное, вечное свидетельство их ненависти к нам. Но эти фотокарточки помогли мне узнать. В ноябре 41 года в селе Петрищево немцами была казнена Зоя Анатольевна Космодемьянская, русская, 23 года рождения, красноармеец диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта.
А почему она назвала себя Таней? Это агентурный псевдоним. Обычная практика. Да, это она. Зоя. Космодемьянск. Той ночью ни она, ни Клубков не вернулись. А у Зои Клубкова были какие-то отношения? Сох он по ней. С ее стороны все ровно было. Клубкова потом встречали? Я сам себя-то недавно встретил. Месяц в горячке после ранения. У Зои были проблемы со здоровьем? Определенно нет. А тяжелый менингит перед самой войной? Вон ты куда повернул, военкор. Думаешь, мы всех под одну гребенку чесали? Больных психических собирали и в тыл к фрицам? За мудаков нас держишь. Ты пойми, я должен знать. Не хочу, чтобы потом какая-нибудь мразь скулила, что девчонка была больна. Что тащили ее на казнь, как курицу к топору, она ничего не понимала. Да дерьмо все это! Психи и фанатики войны не выигрывают. В них побеждают солдаты, которые не хотят умирать. Зоя умирать не хотела. Но раз так вышло, она умерла достойно, как солдат и как человек. Вот ты так сможешь, а я смогу! Стоять на перевязку. Бывай, командир. Здоровья. Думаешь, это он? Я должен вас предупредить. Нам пришлось ее поставить. Иначе визуально не ясен рост. Простите. Это не моя дочь. Товарищ Лидов, давненько не виделись. Помните меня? Стараюсь забыть. Да ладно. Кто старое помянет, читал ваш отчерк. Браво, браво. Только вы же знаете, что наша работа – читать между строк. И что вычитали? Вопрос. Как так вышло, что Зоя попала в плен? Или вы верите в случайность? У каждой случайности есть фамилия.
Как насчет этой? Мы взяли его сутки назад, и он уже во всем сознался. Какой год? Что? Какой сейчас год? Не знаю. 42-й. Месяц? Не знаю. Сколько суток тебе не дают спать? Не помню. Извини, по себе знаю, помогает, хоть и недолго. У тебя был приказ уничтожить Петрищева узел связи, так? Его там не оказалось, пришлось топать назад. Возвращаясь, ты напоролся на немцев, сообщил им о диверсионной группе, в том числе и о Зое. Как же так? Ведь ты ее любил. Она меня нет. Разве не причина? Все складно. Да вот только не сходится. По твоим словам, Зою взяли в ту же ночь, что и тебя. Однако на самом деле это случилось только на следующую. Ты показал, что лично присутствовал при ее пытках, но никто из местных глаза тебя не видел. И что с того? А то, что ты Зою не предавал. И я это могу доказать. Зачем? Мне все равно расстрел. За плен, за сотрудничество с немецкой разведкой. Затем, что пока истинный предатель не будет найден, Зоя останется неотомщенной. Помоги мне. Хоть какие-нибудь улики, хоть что-нибудь. Да не знаю я, не знаю. Черт. Слышал, когда немцы из Петрищева убежали, что все побросали. Там технику, документы. Потом что-то партизаны подобрали. Документы? Документы. Ближайшее село Петрищево. В нем, по данным разведки, немецкий штаб, узел связи, казарм. У тебя был приказ уничтожить Петрищево узел связи, так? В моей избе у немцев узел связи обустроен был. Его там не оказалось. Пришлось топать назад. Вот потому часовой шастал. Кровь отмыть трудно. Ага, парень, твоя правда. Так забивается под ногти, потом не выскребешь. Да не про эту кровь речь. Ты на что намекаешь-то? Паря. А вот у меня здесь выписка из немецких документов. Ну я по ихнему не шпрыхаю. Собачий язык. Так я растолкую. Давай. Это приказ полковника Рюдера перевести узел связи из села Петрищево в соседнее. Ага. Датирован 25 ноября
41-го года. О как. Молодец, полковник-то, молодец. Только ко мне-то какое это дело? А проще говоря, узла связи. В ночь, когда здесь появилась Зоя, в селе уже не было. Ну что ж, на нет и сюда нет. Разве все упомнишь? Бумаг помнит. У ганцев с этим порядок. Нет узла связи. Нет часового. Никого там не было. Кроме тебя и Зои. Ты-то ее и сдал. Попробуй отмой эту кровь. Суки! Ненавижу! Суки! Поскорей бы они вас всех нагнули! Бляха-муха! А я бы тогда шнапс пил! И ссал бы на ваши кости! Не понимаешь, если фрицы победят, никому жизни не будет! Это тебе не будет! И таким, как эта дура-девка! А я буду жить, как у Христа, за пазухой, понял? Не повезло тебе. Здравствуйте. Это вы? Я вам уже все сказала. Может, вам будет интересно. Мама девочки нашлась. И даже не одна. У меня тут... Простите. Ничего. Часы остановились, когда Зоя ушла. Что там у вас? Десятки писем от женщин со всей страны, в которых они сообщают, будто бы казненная девочка – их дочь. Описывают ее особые приметы, ее привычки, ее жизнь до войны, ее любовь к ним, ее... Перестаньте! Я прошу вас. Вам это неприятно? Но ведь часть из них действительно верит в то, что пишет. Часть, но не все. А зачем это другим? Быть матерью героини не только высокая честь, но и немалое благо. Быть матерью убитого ребенка – это большое горе. И больше ничего. Почему вы отказались тогда? Я не могу. Не могу. Подумайте. Я прошу вас. Или может случиться так, что у вашей дочери окажется другая мать.
Ты что ж творишь, сучий потрох? Я ж тебе все на блюдечке выкатил. Только пиши, обличай, жги глаголом. Слепил из Клубкова предателя, логично. Немецкий агент, кто ж как не он сдал Зою? Дырку для ордена просверлил? Я его за язык не тянул. Да и если есть герой, то должен быть предатель. И не важно, кто он. Оказывается, важно. Патрон-то все еще в кармане носишь? В 37-м, помню, сыграл труса. Я даже, помню, расстроился. Может, теперь порадуешь. Я вас предупредил, товарищ Лидов. Информация о советских гражданах, помогавших немцам при аресте Космодемьянской, не должна предаться огласке. Иначе вы очень даже запросто превратитесь из товарищ в гражданина. Говоришь, можешь читать между строк? Попробуй, прочти вот это. Ты в своем уме? Молчишь? Я за тебя отвечу. Ты одержим Зоей. Что ты все в ней ищешь? Уже нашел. Мужество. Сказать все, о чем думаю. Например? Например, Клубков невиновен. А приказ сжигать дома своих сограждан преступен. Следи за языком. Память отшибла. Забыл, как тебя вытаскивали оттуда? Так в чем я не прав? Люди остались без крова. Зоя погибла. Страшной смертью. А фрицам все. Как мертвому припарка. Хочешь сказать, смерть Зои была напрасной? Спросите у ее матери. Спроси солдат, которые с именем ее под пули лезут. А ты пишешь, что ее сдали свои же. А как же ваши слова? Выдай мне правду жизни. Правду, от которой всех в жар бросит. Так черт подери, разве это не она? Да не время! Не время такой правды! Разговор окончен, Лидов. Абзац, точка. У вас было открыто. В 37-м меня арестовали. Спустя 8 месяцев вышел. Человек в футляре, пожираемый страхом. И боялся жизни, боялся смерти. Всего. Не журналист, а параноик с блокнотом. Парадокс, да? Историю невероятно храброй девочки рассказал трус. Ведь именно вы рассказали ей. Вы не кто-то другой. Но не до конца. Я не могу даже написать о тех, кто предал Зою. Назвать их имена. Вот же они, вот они все. Смотрите на них, презирайте их. Ведь такие, как они, будут всегда. Они будут радоваться нашим поражениям и плеваться от наших побед. Вы напишите лучше, какой она была девчонкой. Что любила. Что было для нее важно. По-настоящему живете. Ком помнят. Но это же ваши слова.
будет помнить предателей. Это вы написали про Зою? Почти все так. Только вы не знали о пустоте. Расскажешь? Все люди, что были на казни, они будто бы их и не было. Это как в метель. Голос слышится, а человека-то и нет. Но Зоя меня видела. И все, что она говорила мне. Товарищи, помогайте воевать Красной Армии, а за мою смерть отомстят. Это счастье – умереть за свой народ. Ты плакала? Я не могла подвести ее, ведь я такая же, как и она. Дедушка.